Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Skyrim Dragonborn. Мы находимся посередине непонятного. В последней серии мы сплавали в Skyrim, забрали свою драконью броню, просто потому что я по ней соскучился. Ну и кроме всего прочего, уничтожили пару драконьих камней, вернее уничтожили один, и сейчас двигаемся ко второму. По дороге нашли собаку. Собака у нас тут где-то ходит, и, честно говоря, я не понял, что она вообще хочет. Дромедонт, где ты был? Я просто потерялся с ним в предыдущей серии, он где-то там застрял, и все. Я надеюсь, он не сделал ничего плохого с собакой, не убил, не съел ее, потому что он может, он такой, он психованный. Так, хорошо, собака, похоже, ушла. А вон она ходит. Собака, оу, иди сюда. Собака запуганная какая-то, у нее здоровья мало. Ну, не знаю. В принципе, я бы вот такого увидел, я бы тоже испугался, наверное. Ладно, не хочешь, как хочешь. Я бы ее покормил, конечно, но с ней вроде как вообще ничего нельзя сделать. Ладно, запомним, что у нас вот здесь, на карте, есть собака. Мы же свой не можем сюда маркер поставить? Вроде нет. Так, в общем, этот демон, который находится в этом книжном измерении в апокрифе, попросил у нас раздобыть тайны скаалов, по-моему, в обмен на последнее знание, которое он дал Мираку. Там, в принципе, скаалы согласились, их старейшины, но сказали, что сначала нужно уничтожить вот эти вот храмы, и тогда все будет окей. Чем мы, собственно, сейчас и займемся? Ты кто? Палевилекс. Здрасте. Человеку явно нехорошо. А какие? Ой, ты же дромедонт. Не ешь его. Так, ну, пойдем, чё? Вон надсмотрщик, вон рабы. А вот и мы. Культист, кстати говоря, уже довольно сильно покоцанный. Добрый день. Что-то его напугало, по-моему. Дормидонт! Давай добей его. Я думаю, шансов у него нет просто. Смотри. Не попал. Вот так. Хорошо, когда на твоей стороне такой отморозик-маньяк. Молодца. Все, успокойся. Так, у тебя вот так. Что еще нам нужно? Том заклинание мужества нам не нужно. Зачем оно нам? Я прекрасный мужчина. Так, ладно, пойдем. Я думал, у меня установлена безжалостная сила. На деле оказалось, что у меня какое-то вообще огненное дыхание, что ли. Так, давайте это перезарядим. Сейчас оно отдыхается пока. Прикольно, да? Светлячок. Давайте поймаем. Съедим. Ой, у меня тут столько всего съесть, конечно, можно. О, какая пакость. Хорошо. Так, перезаряжаться, я так понимаю, долго будет. Давайте пока осмотримся. Здесь мы в первый раз. Ты кто вообще? Окей. Ты работаешь, что ли? Мне просто интересно, что он тут делал. Почему на него напал культист? Ну, культист напал, потому что он пришел во владение Мирака. Так, ладно, давай, Крик, уже перезаряжайся. Сейчас мы разберемся с этим и потом посмотрим, что на той ладье. Я думаю, там что-то прикольное. Пока давай посидим, отдохнем. Офигенно. Кстати говоря, так. Что я хотел сделать-то еще? Крики. Подчинение воли. Вот здесь у нас открылся ум. Так, подчинять себе волю животных, людей и даже драконов. Прикольно. Нужно открыть только. Это хорошо. Так, ну. Ха!
Все готово. Теперь нужно отступить маленько вот сюда куда-нибудь, чтобы та дрянь, которая оттуда полезет, нас не видела. Пусть пока между собой разберутся, а мы потихоньку из лука популяем. Так, это не то. Стрел надо хороших уже купить давным-давно. А то получается, что дермидон сильнее меня стреляет. Так, пошло. Надо бежать. Жим. Жим. Так. А там, кстати, дракон прилетел. Это вообще офигеть. Что происходит? Я не знаю, конечно. Но мне нравится. Дермидон, прячься. Так, товарищ сейчас поплохеет. Дракон пока что вроде нам не интересуется, а потом мы им займемся. Короче, что-то как-то начало у нас, как обычно, не по стандарту идет. Давай, иди сюда. Пакость. О! Фейсом об тейбл. Давай! Так, теперь... Нормально. Все хорошо. Нужно просто подождать, пока Тулум перезарядится. Так, ты тут? Все нормально? Жизнь у тебя, конечно, вообще капец. Ой, хапнул. Блин. Горю. Тихо, 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 тихо. Не сработало, что ли, но... Да, похоже, не сработало. Так, сейчас мне, похоже, будет кирдык. Большой килдык. Так, давайте будем крепкое зелье лечения. И слабое зелье лечения. Хоть чуть-чуть, помаленьку. Ну, я не знаю тогда. Дракон, в принципе, не особо сильный такой. Я думаю, Адавинг его заломает по-быстрому. Поэтому давайте позовем. Так, крики... Зов дракона. А, блин, отвяжись ты от меня. А-а-а, только не сюда. Нет, нет, нет. Капец. Фу, я думаю, я разбился. Ладно, вроде выжил. Бегите, непонятные твари. Бегите. Хорошее начало серии, отлично. В духе прохождения такое. Все как всегда. Тут еще кабаны. Не делай этого. Под воду прячемся. Все, что мне остается, это как мыши какой-то. Из воды выглядывают. Уходи. Че, под водой хотите сказать? Тоже больно, что ли? Странно. Да япона мать, ты что ж ты... Загнал ты меня куда? И это позволю себе заметить в драконьей броне. Так, бежи. Вернее, не бежи, плывем. Плывем. Надо маленько подлечиться, я думаю. Сохраниться. Хреново место для сохранения, согласен. Все, бежим. Кабаны, совсем не до вас, отстаньте. О, бежим, бежим. Жим. Так, теперь подзарядилась. Ой, ну вот вас только не хватало, япона мать. Уйдите от меня все, я ненавижу. Ненавижу всех. Адавинг, приди на костыля всем, пожалуйста. Да что ж ты делаешь, ты идиот и кусок. Тут работают, успокоились уже. А ты что делаешь? А Давинг тебе сейчас настучит, скотина. Так, какой дракон наш? Чего там, разобрались между собой, нет?
Я думаю, кстати, сейчас прекрасный момент, чтобы познакомить его с бритвой Мирунуса. Да Япона. Мать. Почему подчинение воли не работает? Да-да-да, мы поняли. Какой противный. Наши пришли, кстати. Takes a strong will to command a dragon's soul. Perhaps you aren't as powerful as you think. Возможно. Кстати говоря, подчинение дракона, я так понимаю, будет только на третьем слове. Потому что сейчас пока не получается ни в какую. А ты, Мирок, следующий в списке, понял? Беги, как девчонка. Так, ну чё, пацантре? Это нам пригодится. Копье, стрелы, булава льда. Отстой. Идите домой. Кого-то еще нашли. Это что за гопники? Бедные обреченные гопники. Это твой район, это наш район. Бей его, пацаны. Бедолага. Смотри, нашего убили. Футбольные фанаты. Хапнули. Парни, вы жжете. Так, Дермидонт. Ты все равно самый лучший. Так, короче говоря, что дальше? К ладье поплыли. В общем, этот дракон какой-то... Подожди, это что? Кто? А, это наши? Ну, то есть не наши, они работали там у храма. Hope our shipments are still good. How long has it been? Think we've got to get back to our ship now. Я думаю, теперь это мой корабль. Только попробуйте сказать нет. Парни вас просто убьют. Поплыли, Дермидонт. Так, ну, мы сюда, скорее всего, забраться-то не сможем, если так повезло. А хотелось бы. А там что? Ух ты. Да, сюда мы не попадаем, к сожалению. Ну и все равно отстойный корабль. Ладно. Давайте поплыли. Ой, как глубоко тут. Аж страшно. Так, ну сейчас мы пойдем в Рейвенрок. Да попробуем заковать себе меч получше, потому что я хочу мечом пользоваться. В одной руке будет бритва Мирунуса, в другой меч драконий. Поэтому я клинок горя особо не вкачиваю. Потому что я им пользуюсь. Планирую прекращать. Так, что же это за место такое? Тут кроме корня Нирна, в принципе, ничего не видать. Да. А тут что? Ничего. Ну, как-то... Как-то зря мы сюда плавали, походу. С колючей травой, что ли? Так. Очистить камень зверя. Вот у нас еще, оказывается, где-то есть. Это у нас где-то... А, точно, вот у этого камня мы очнулись, помните, когда мы попали в итоге к реклингам? А потом вернуться к скалам. Ну что, давайте мы воспользуемся быстрым перемещением. Потом в Рейвенрок тогда путешествуем. А сейчас пока... Блин, ну прикольно, вот такие вот именно за такие моменты любишь игру. То, что дракон начал драться с этим, как его... Блин, ну здорово, это страшная хрень. Потом я позвал Адавинга, Адавинг стал драться с ним.
Потом прибежали эти наши соплеменники, начали его пинать. Потом прибежали какие-то бандиты, соплеменники, начали бить их. Короче, вообще беспредел какой-то шел. Мирак, наверное, посмотрел со стороны, такой, ну и он нафиг, и свалил. Так, нет, нам не сюда, что-то я уже как-то не собран. Зачем мне в эти залы? Интересно, а можно тебя посадить на вот этого скакуна благородного? Дормидонт, мне тебе кое-что нужно. Так как полагаю, умру. А, понятно, сесть ты не хочешь. Так, ну ты идешь со мной? Все, пойдем. Вон камень. Довольно близко. Там есть кто? Реклинги, конечно, впахивают, это эпичная картина. Я сголодавшийся вампир. Меня все боятся и ненавидят. Ну, по внешности трудно сказать, как они, интересно, определяют. Так, ну, давайте сохранимся, я думаю. Потому что сейчас опять какой-нибудь пойдет бардак. Так, хорошо, в тележку спрятались. Один вылез, я думаю, они его вынесут. А, они бегут просто, ну ладно. Ломай, ломай, ломай. Так, добивайте, что. Молодца. Так, ну и вроде все, да? Золото. Пустой камень душ не нужен. Кольцо настоящего рыцаря. Тоже не по нашей части. Давайте возьмем. Ничего не весит, стоит дофига. То же самое. Добрый день. Как ваши дела? Какое благородное общество. Так, ну что, пошли в деревню Скалов. Похвастаемся своими успехами. В принципе, вот эта вот, конечно, броня выглядит вполне себе неплохо, да, так. Ну, как-то, блин. Она именно для тяжеляков. Она слабым худом персонажа выглядит как, блин. Глупость какая-то. Интересно, что у него за меч? Тоже из этого, наверное. Ну да. Прикольный такой. Это долбанная жажда. Так, ну в принципе, сколько времени сейчас? Время 5:53. Можно попытаться. Народ еще не проснулся, а потом пойдем. Допустим, какой там ваш дом? Здорово, Фрея. Only Storn can reveal the secrets you ask about. Так, ты мне не нужна в команде определенно, потому что ты отстой. Со скрытностью у тебя проблемы. Кто тебя научил драться-то? It was Scarf the Giant, our former chieftain, who taught me the ways of battle. He was a great bear of a man and a fearsome warrior. I used to be terrified of him when I was a little girl. I was a restless and angry child, and Scarf taught me swordplay so that I could, as he used to say, put that fire to good use. He was a great man and a good leader. I miss him dearly. Понятно. Мама твоя где? She died when I was very young. She was caught in a terrible snowstorm while returning home from gathering firewood. You must understand that for the Skull,
Life is a constant hardship. We take nothing for granted. We cannot afford to. Between the wolves, the weather, and the threats in the south, even a simple task like gathering wood for the fire can turn deadly in an instant. Рано или поздно смерть приходит ко всем нам. We Skal do not fear death. We know we will return to the All-Maker and be born anew. Life never truly ends. Death is just a passage from one form to the next. Ну хорошо. Неплохая ты бабёнка, но слишком наивная, слишком идейная. В нашей команде тебе места нет, да, Дормидонт? Надо крови чьей-то попить. Как думаешь, кому зайти? Я думаю, нужно переночевать сначала в этом домике, дождаться следующей ночи, потому что уже утро раннее. Сейчас уже покормиться нормально не получится. А там, может, с Фрей попитаться. Они все равно с этого не заражаются, ничего. Поэтому какие проблемы-то? Ну, я так и думал, что мне здесь не дадут поспать. Окей. Так. Ну, может, тупо пождать, пока они придут, лягут спать. Скажем, через 6 часов они, интересно, лягут спать. Хотя... рановато. В час дня-то. Просто он по ночам сидит там. Может, он днем спит. Нет никто. Если сейчас никого не будет, а никого не будет, то похоже, что они... вообще сюда не заходит. Остались сидеть там, на постоянку. Ну да. Так, ну что? So the dragons have returned. Well, the Skal have survived worse. Хочешь продать свои тайны Хермеусу Море? The Three Stone is still corrupted. The land is still out of balance. But with the other five restored, it may be enough. It will have to be. То есть ты дашь ему то, чего он хочет? Yes. The Skal also tell of the day when we must finally give up our secrets. When Herma Mora finally wins. As shaman, it is my duty to guard these secrets, but also to decide when it is necessary to give them up. I believe that time is now. If I am wrong, may my ancestors forgive me. Give me the book. I will read it and speak to old Herma Mora myself. I will make sure he lives up to his part of the bargain. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Отдать книгу. That is my hope as well. I am trusting that you will make this sacrifice worthwhile. Father, you must not do this. That book is wrong, evil, against everything you have taught me my whole life. I must, Freya. It is the only way to free Solstheim forever from Mirak's shadow. There comes a time when everything must change. Nothing that lives remains the same forever. Do not fear for me, my daughter. This is the destiny that the All-Maker has laid out for me. I stand beside you, Father, as always. I am ready for whatever the foul master of this book has in store for me. The Skal. Жесть. Up their secrets to me. Так он проткнул, смотри. Father! No, stop!
Есть такое ощущение, что пора что-то делать. As befits a prince of oblivion, I give you the word of power that you need to challenge Mirak. Ну, окей. You will be either a worthy opponent or his successor, as the tides are fated. Не, я вообще подумал, что нужно как-то его спасать, похоже, нет. Да, дедушка, похоже, все. Father, what have you done? Ты там как, живой, нет? Go. My father sacrificed himself so you could destroy Mirak and lift his master's shadow from the land. Go then, kill Mirak. Do not fail. Посмотрим. Черная книга. Заберем. Ну, простите. Че? Уходим, пока нам тут не напинали. Не, на самом деле, старичок неплохой был, да? Пожертвовал собой. Так. Магия, крики, подчинение воли, дракон. Понятно. Открываем. Прочесть сны наяву. Так, а где сны наяву? Они у нас, что ли? Черная книга. Ветра перемен. Черная книга. Нерассказанные легенды. Черная книга, сны наяву. Ну что ж, давайте это сделаем. С ним книга как-то позлее, чем с нами обошлась. Так, ну и что, мы у храма Мирака. Ты посмотри. Ну, давайте потихоньку двигаться, что ли. Прикольно. Есть подозрение, что это будет не самое приятное путешествие. И еще есть подозрение, что это финальная часть главного сюжетного квеста, этого дополнения. Поэтому вполне возможно, Мирак, у тебя серьезные проблемы. Глава 2. Ну что, давайте на этом завершим, наверное. В следующей серии пойдем уже вперед, в это непонятное здание, которое полностью состоит из книг. Представьте себе. Это, по-моему, перебор. Хотя и круто. Как бы там ни было, вообще сюжетная часть этого дополнения достаточно серьезно радует. Вполне себе необычно вот с этими скалами. Как-то проникся даже. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.